Всем привет, меня зовут Ермоленко Игорь. Вы смотрите... Господи, Коля, блин, в который раз? Так, ну меня зовут Ермоленко Игорь, да? Не так, а меня. Вы смотрите видео «Дневник день за днем». Мы находимся на рыбалке. Вот, у нас сегодня наступило утро. Второй день рыбалки. Да, ну, можно сказать, что второй день рыбалки, да. В общем, мы сидим, рыбачим. Ну, как видите, удочки стоят. Ну, что-то как-то поклёва особого-то хорошего и нету. Ну, хотя, один окунь есть. Ты что с ним сделал? И рак один есть. Ну, окунь, ну, блин, заглотнул прям в самое брюхо, пришлось ему рот порвать. Вот, и а есть... Я его здесь оставил. А куда его девать? А садок что не брался? Вот. Он прям возле тебя лежит, Коля. Ну, а чё вы, блин? Это было потом. Это было потом. Боже, из-за этого маленького окунька, блин, весь сад. Не надо, он все равно помрет рано или поздно. Итак, в общем. Ты садист, Бог. Ну, когда ему рот порвал, конечно, он помер, блин. Ну, в общем, пришлось ему рот порвать. Я не хотел ему рот рвать. Но, блин, он. Плохой ты человек. Я вообще плохой человек, да, иногда бываю. Так, ну что могу сказать? Вы знаете, погода шикарная. Не облачко на небе. Санек принимает солнечные ванны. Да, Санек уже сделал один заплыв. Как водичка? Вот, видите как. Ну, я пока еще не решаюсь, конечно, в водичку зайти. Ну, что, долго пить? Печки, да. Ну, там есть этот же, вот стоит. Ну, конечно. Ладно, в общем, что хочу сказать. Отдыхается хорошо. Ну, как вы догадались, конечно же, я пью пиво. Ну, конечно, не я только один пью пиво и... Один ты пьешь пиво. Санек меня тоже поддерживает. Боже. Давай выпьем за рыбалку, глянь. Дзинь. Чмонь. Звон хрусталя, все дела. В общем, проснулись мы в 7 часов утра. В 7 я встал. Это я вас будил еще, блин, полчаса. Никто вставать не хотел. Ну, я, короче, всех разбудил почти. Вообще, по-хорошему, надо было, конечно, вставать в 5 утра. Ну, так сложились обстоятельства, что мы встали в 7. Так что. Ну да ладно. Завтра встанем в 5 утра. Что будет? Смотри, чистые ногти. Да ты вообще чист. Это рыбалка. Блядь. Мы же не в маникюрном салоне, мы же на рыбалке. Какие здесь виды обалденные. А рыбы нет. Рыба есть, ее поймать надо. Рука. Это речка Ака. Речка. Река. Как ты поймал этого окуня? Ты да, его да я сам в шоке, как я его окуня поймал. Ты его за пузо поймал? Нет, он, блядь, заглотнул прям это. Потом я его за живот поймал. А то он но прямо... ты же вытаскивал, чисто случайно, скажу, честно. Вытаскивал? Подожди, вытаскивал, да, я хотел перезакинуть, блядь. Вот, вот. Так, ну ладно, в общем это. Рыбалка продолжается. Полным ходом. Загар, единственное, нужно было козырек какой-нибудь взять себе, такой, знаете. Нормально, это... там загар. А потом будешь козырьком такой лоб белый, а весь черный. Неправильно. А ну еще раз покажи. Лоб белый. Время 9:30. С ним также продолжаем рыбачить. Рыба не ловится нифига. Пьем пиво, отдыхаем. И тут ни с того ни с сего мы заметили чайник. Представляете? Вон он. Санек, ну что ты? Решись я на это. Let's go. Go to чайник. Go блядь. To чайник. Let's go. Сейчас, чтобы на крючок не пойматься. Да, давай. Ты что, далеко обход делаешь, да? Так вот же, спиннинг. А-а-а. Да. Ох ты, нифига себе! На пол ноги провалился. Охренеть, по колено, муляки. Да видно, видно. Я понимаю. Видно, бля. Плыви уже, глянь. Да куда тут плыть-то, бля? Слушай, а смотри, сколько мы едем. Вот. Охренеть. Может, мы с них ухи наварим, а? Может быть, мы с них ухи наварим.
Нам нужен чайник, Саня. Я по яйцу застрял. Блин! Ого! Его спалили. Сожгли. А чё, блин, доверить-то? Ху, наверное. Это накопи, блядь. Да ему завтра будет 100 лет. Как он вообще плыл? Плыл. По мидиям хожу. Коля, ну кто ж ходит босиком здесь, а? Я хожу. А я в тапочках. Ну хоть достань парочку мидий, глянь. Что ты говоришь, говоришь. Парочку? А я... Ну можно десятку. Нихера себе. Так они все равно уложат. Смотри, сейчас, стой. Посмотри. Охренеть. Забрось обратно, они же помрут. Да глянь, не скидай в меня, блин. Да, отвали, блин. А! Все, хорош, блин. Ну последний. Вылазь. Вот вода, вот вода. Муляки по яйца, наверное, по самые, да? Там же мышца. Ух ты, бля. Нихуя. А ну открой новую. А есть здесь есть что? Ну мясо есть, наверное, да? Нет, а поесть-то там есть. Поесть-то там есть что. Смотри. Блин. Ну что ты так? Аккуратно вот это стекло. Да я вижу. Вот, смотри, мышца. Стой. А что из этого едят? Смотри. Что из этого едят? Я всё знаю. Поверни его, блин. Как? Стой, не смотри, не смотри. Ты извращенец, блин. Стой, стой, сейчас он укусит меня. Подожди. Кусай меня. Стой, сейчас, стой. Да он не кусает, смотри. Он боится меня. Ну стой, давай. Козёл, блин. Садюга, блин. Не, подожди, о. Не-не, это мало. Он уже хочет улететь. Ну, слабо, как-то кусает. Подожди, стой, давай откроем. Там он уже устал. Во-во-во, вот так, смотри, смотри. Опять, я его сам уже держу, знаешь? Грязный, зараза. Кидай его в стаканчик, все, пускай он там живет. С горла, блин. Конечно, это все приколы. Кстати, нет, даже, смотри, смотри, а ты же видел, где у рака попа? Смотри, где у рака попа. Вот. Вот тут. Он без икры, да, это самец. Не, а, не, вот тут, походу. Или вот тут, или вот тут. Вот, блин, в жопе ты че, блин. Ну, жопа у него, смотри, либо тут, либо тут. Нет, эх, здесь... ты, блин, знаток смотри, биологии, не, а. Не, дырок здесь нет, смотри. Вот. Хватит издеваться над раком, блин. Засунь его, блин, в стакан, пускай живет. А там он не издевается. Мы уж похоже сварим, короче. Тебя подписчики проклянут, ты в курсе? Ну и ладно. Да, это он, мучитель. Ну не мои же, я же не подписчик. В общем, вы знаете, чайник оказался плохим. Он был сгоревшим. А что, кстати, его выкинули, да? Конечно выкинули, блин, елки-палки. Чайник выкинули? И сейчас мы собираемся варить уху. У нас тут типа уже... Вот тут кастрюля вот. Кастрюля вот, закипает. Почти вода закипела, да. Правда, что-то костер почти это, почти вот умер. В общем, мы наловили
двух окуней бешеных. Уже картофанчик почистили. Уже очередь. А надо еще одну порезать. Что ты там? Еще одну думаешь? Естественно, аж. И лук почистить надо. Только ее целую надо кинуть. Луковину? Конечно. Естественно. Сейчас очередь морковки. Сейчас еще буквально чуть-чуть. Еще одну картошку, потом морковку, потом луковицу чистим целую, кидаем туда целую и варим. Ты что, знаток ухи? Я начинаю улыбаться, потому что я снимаюсь на камеру. Ой, блядь. Видишь, опять же про нас разговор, я слышу не такой, какой я был. Так, этапы производства. Сейчас мы кинем картошку, лук. Ой, господи, картошку. Картошку, морковку. Пусть будет вариться. Потом кинем туда лучок, рыбешку, риса нет, ну, соль, перчик я взял, там петрушечки, там все вот это взял. А чем в этот момент занимается Коля? Пошли посмотрим. Рубит дрова. Пошли посмотрим. Нет, посмотрите, чем занимается Баю. Ну, они вытаскивают эту. Николай, чем ты занят? Чем ты занят? Да, блядь, чего? Добычей дров. Красавчик. В общем, это все идет этапы производства ухи. Пить нет, водки нет, пива нет, какая уха. Ну да, водка так, закончилась, пиво закончилось. Так, супец галимый. Галимый, блин, хороший. Хороший. Сейчас будет обалденнейшая уха из ух окуней. Время 1:30. В общем, мы тут симпровизировали и соорудили и такой. Жалаш. Да. Прям на. Ну видите, да? Как все стоит. В общем. Подожди. Аполлонник. Саня, всему свое время, подожди. Понял, молчу. В общем, видите, две распорки, даже три распорки. Одна из них привязана к палету. Тенек. Здесь лежит палатка. Ну, впадлу ее ставить, короче. Здесь лежит. Вот. Лежит Александр. У нас здесь приготовлена уха. С трех окуней, с трех. Мы все-таки поймали еще одного. Ой, какой нет, запах. С четырех, но четвертый пока плавает еще в садке. Покажи свой этот фирменный. Кого? Половник. Дай сюда. В общем, вот это чудо-половник. Закинул, из... вообще ничего, ничего нет. Вообще. Из бутылки пива. Русский. Сейчас будем это зачерпывать и по тарелочкам. В общем, у нас огурчики, помидорчики, картофан. Водки нет, печеный. Ну, к сожалению, да. Водка, пиво закончилось. Так что мы... Пиво закончилось? Все закончилось. Мы... Это он покупал, понимаешь? Это он покупал и не рассчитал. Три бутылки сосали. Убить тебя мало. Сейчас пойдешь пешком, блин, 3 километра. Три бутылки. В общем, приятного нам аппетита. Что, давайте разливать уже уху, да? Я уже прям аж слюной истекаю.